очень тяжело воспринять этот диагноз. Потому что мы не думали, что у Софии аутизм. Мы думали, просто ребенок не разговаривает. У нас, потому что поведенческих таких нарушений не было, были нарушения только с коммуникацией, были большие проблемы с туалетом, были проблемы со сном. Так как София была первым ребенком, я думала, что это нормально. Я могу уже с уверенностью сказать, что на самом деле самое ценное, что я могла дать своему ребенку, это команда этого проекта. Это именно те друзья, которые у нее здесь в проекте находятся. Это именно та деятельность, активная деятельность, интересная деятельность, которая организована для них в проекте. Аутизм – это такое специфическое нарушение, когда в основном страдает функция коммуникации. Это целый спектр, который, ну, такой букет, который затрагивает, конечно, и психическое развитие, и эмоциональное развитие, и интеллектуальное развитие. Но самое главное нарушение – это коммуникации, социальные навыки. И, конечно же, все мамы, они работают здесь буквально 24/7. То есть это такая очень сложная работа, потому что детишки именно с диагнозом аутизм – это не легкие детки. Это детки, которые уходят в застеколье, в свой мир. Они закрываются от окружающего мира. И чтобы получить хоть какую-то динамику, хоть какой-то контакт с ребенком, это нужно очень много часов работать. И, конечно, дети приходят сюда, плачут, кричат, мамы в депрессии и так далее. Но постепенно, постепенно, работая здесь, они получают хороший тонус мамы сами, детки получают хорошие реакции, хорошую динамику, и они уже спокойно выполняют все, что, ну, вы, наверное, заметили, уже видели, хорошую динамику. Истерику там закатить. Когда уже более-менее был решен поведенческий вопрос, были решены все вопросы, мы уже начали заниматься такими предметами, как логопед, дефектолог, психолог. Уже когда более-менее вот она начала разговаривать, первые слова, первые звуки пошли. Я говорю: «Доча, вот почему ты любишь ходить в проект?» Она говорит: «Мне нравится ходить туда, где я успешная». Вы представляете, это социальная потребность уже человека к реализации. Это вот мы преодолели аутизм на каком-то этапе, но это нужно постоянно наращивать. И этот потенциал нужно все время раскрывать. Ах, а нашим эппахам, узым джайвы тахпахам, узым джайвы анамде, а нанам саган бэрамде. Балапанам, сен мені өмірімсің. Мама, я тебя люблю. Ты моя жизнь. Какой все-таки прекрасный проект.
Для вручения денежного сертификата приглашаем директора АТОМИ Казахстан Ольгу Пак и исполнительного директора общественного фонда «Добровольное общество Милосердие» Семенову Татьяну, а также специалиста центра Айгуль Бижанову. Друзья, позвольте нам обращаться к вам, друзья. У нас проект строится как раз на очень хороших дружеских отношениях. И вот мы когда проходили с детьми, как раз выступала девушка здесь, которая рассказывала, как она начинала бизнес, одной рукой работая на компьютере, а другой качая ребенка. Это очень понятная история для наших мам. Вы знаете, у нас в проекте работают мамы, занимаются мамы. И это женщины, которые вот... Вот для меня вот это пример супер-женщины, которая может все. И вот я вижу, что здесь в зале, видимо, вот большинство таких же супер-женщин и мужчин. И ваша история, как я понимаю, тоже очень семейная. От нашей большой семьи, большое спасибо вашей семье. Наш проект и вот наши успехи, наши дети, которых вы видели, они возможны только благодаря помощи большого количества неравнодушных людей. Помогают... деньгами, помогают помощью, помогают вот всем, чем могут, а самое главное – любовью и поддержкой. Пусть в вашей семье все складывается хорошо, замечательно и с бизнесом, и с отношениями между вами всеми. Удачи вам и еще раз спасибо большое. А сейчас на эту сцену я хочу пригласить мам и детей проекта «Аутизм победим» с музыкальным номером «Мама, будь всегда со мною рядом». Мама в жизни каждого из нас является самым близким, самым дорогим человеком. И я хочу обратиться ко всем мамам, сидящим в этом зале. Любите своих детей. Они самые лучшие. И даже если они идут иногда наперекор вам, помните, что они любят вас. Они безгранично любят вас. И мама для ребенка – это всегда какая-то особая духовная сила, в каком бы возрасте она ни была. А мама для особенного ребенка – это целая вселенная. Это гарант безопасности этого мира, гарант его надежности. И хотя благодаря многолетнему, кропотливому, огромному труду целой команды специалистов, родителей и самих ребят, наши детки достигли очень многого, и они очень многое уже умеют. Но поверьте, по-прежнему в душе каждый из нас, в душе каждой мамы живет в данный момент осуществлена помощь более 700 семьям. Около 90 семей получают помощь на постоянной основе. Наши детки многого достигли и многое умеют. У них уже довольно хорошие жизненные навыки. Но по-прежнему в душе каждой мамы живет этот постоянный страх и эта тревога. Что же будет с моим ребенком, когда меня не станет рядом с ним? Мама, будь всегда со мною рядом. Не трогай, ничего не трогай.
Давайте поблагодарим наших прекрасных деток и их сильных мам. Жүректен жүрекке әсерлі сәт. Қошеметпен қолдайық. Құрметті достар, дәл қазір сіздерге экранда көрсетілген QR көмегімен балаларға өз септіктеріңізді білдіре аласыздар. Дорогие друзья, прямо сейчас вы можете отсканировать QR-код на экране и внести свой вклад в помощь работы фонда. Сейчас на экране